Ты голодный? Хлеб я купила, потому что времени было только, чтобы запечь лицо. И да, меня зовут Дима, и добро пожаловать на канал КамАЗ Муа. Вот такая вот у меня укладка приготовлена, и давайте поздороваемся с моей подружкой Катей. Вот так вот она меня навестила нежданно. На мне уже есть праймер, и сейчас я буду накладывать тон. У меня сегодня будет много Кэт Ван Ди. Катя, тёзки. Светлый 47-й оттенок. Нейтральный. Он, конечно же, будет темнее, чем я, но мы будем такой довольно-таки покрытый трупными пятнами. Ой, старческими пигментными пятнами. Поэтому нам сойдет. Ну, просто полная бодимодификация. Кисточка у нас вот такая, полностью синтетическая. Несмотря на то, что на то не сказано, что он нейтральный, как видите, он довольно-таки желтый. Поэтому, если вы розовая свинка Пеппа, как я, нужно брать холодный. Так как у меня кончился в прошлом видео белый консилер от Джеффри, я приобрел от Кати, опять же. Такой он погуще, чем Джеффри будет. Сначала нанесу на ручку, чтобы не загрязнять кисть. Он прям очень густой. Я уже забыл, какой он был изначально. Такой вот плоской кисточкой, двухфибровой, распределю под глаза. На скулы. На лоб. И тоненькой полосочкой на нос. Над губой, подбородок, можно еще капельку вот сюда, под ту зону, где у нас будут скулы нарисованы. Тушуем сначала ей, а потом, хотя можно и все ей растушевать, посмотрим. Ну да, прибить спонжиком потом и все. До такого состояния, и потом уже спонжем я все добью, добьюсь успеха. Непослушная волна 6,8,42. Мне очень нравится, как все красиво лежит, молекула к молекуле. Сейчас я хочу немножко припудриться. У меня пудра опять Катина. По-моему, она просто прозрачная, в ней есть немножко мерцания. Так как я хочу блестки делать на глаза, я не хочу, чтобы они намертво прилипли. Поэтому слегка запечем. Каким вкусным мылом или шампунем я помыл их. В качестве подложки у меня будет помада от Джеффри на тенях, на веках. Наносим. И такой вот кисточкой пушистой двухфибровой тушуем. Вот такими вытягивающими движениями вверх. И здесь в уголок, здесь выше, здесь опять вниз, потом наверх, вниз, наверх. Сейчас я буду вытягивать уголок глаза. Вот здесь вот буду рисовать такой треугольничек, чтобы у нас был немножко эффект пластической операции подтяжки. И небольшой уголочек здесь. Приступим. Также проходимся по ресницам, чтобы добиться полной иллюзии обмана.
теперь внутри. Ну и можем пройтись по всей слизистой. Сейчас я возьму черный карандаш и буду рисовать наш новый глаз. Вот такое трэш-лото нам это, блин, тушевать кисточкой и подбивать черными тенями. Полировать буду вот такой вот плоской стороной кисти. Немножко вытягиваю уголок, чтобы никто не уволок. Так, пока ничего не тушуем, черные тени не трогаем, я возьму палетку Shading Light. Shading Light, все верно. Опять же, спонсор показа Kat Von D. И возьму вот этот вот контур холодный, довольно-таки, ну, самый холодный, который здесь есть. И порисую себе криз. Вот таким вот образом. Складочку немножко очертим побольше. Прикольно получается. Мне нравится сочетание такого вот этого пепельного, выходящего, встречающимся с теплой нюдовой помадой от Джеффри. Наконец-то что-то теплое случается с встречей Кати и Джеффри. Возьму такую вот кисть для контуринга и пройдусь еще чуть-чуть пустой кистью. Неплохо. Теперь можно и черные тени немножко усилить. Ну, то есть нанести черные тени на вот этот наш черный нарисованный глаз. Опять же, не отходим от спонсора. Shading Light на этот раз уже для глаз. Черные тени. Такой вот кисточкой маленькой. Наносим на то, что черное, что мы нарисовали. Нанесли, теперь возьмем такую кисть от Kat Von D. Продолжаем поклоняться спонсору. И подтушуем слегка наши черные тени, чтобы выглядело все поаккуратнее. Мы же не какие-то там неряхи. Ну, что там скрывать? Порой бывает. Теперь в те места, где у меня было белым карандашом сделано, беру чистую маленькую кисточку, беру белые тени Джеффри Стар, Джо Брейка, и подбиваю их, чтобы у нас не каталось, было чуть посветлее. Ну что, я готова уже перейти к... Хочу блестки вот на подвижном веке. Недавно себе купил очень соблазнительную палетку от Dior Backstage. Она вся сияющая, тут белый хайлайтер, нежный хайлайтер, розовый хайлайтер и бронзер. Попробую вот этим розовым нанести на вот эту вот область. И посмотрим, устроит меня это или нет. Кажется, нет. Возьму свою новиночку от Pat McGrath, где там тоже все сияет. И возьму голубой в этот раз.
Попробую его сухим способом нанести. Да. Ой, кстати, он красиво смотрится с тем розовым, который был из Диора. Можно прям даже повыше нанести, пускай у нас будет такой нечеткий, незапланированный дуэт. Все-таки мне недостаточно, я буду прыскать фикс-класс. Он моментально рождает то, что мне хотелось всю жизнь. Хочется еще вниз его бахнуть. Вот прям на черный уголок. Ты этого достойна. Мне очень нравится тема татуажных бровей. Такое, знаете, стервозной женщины из паспортного стола, которая с ноготками, с волосами, с ногтями, блядь, с двумя ноготками, с татуажными бровями. Для этого я просто обожаю Paint Pot от MAC в цвете Imaginary. Вот, беру такую тоненькую маленькую кисточку, беру пуховку от пудры, чтобы лицо не трогать. Где-нибудь отсюда. Нижнюю линию, верхнюю линию заполняем. И они прямо у нас получаются такими сине-серыми. И так как татуажные брови обычно начинаются вот так, мы будем рисовать именно вот так, с четким началом. Давайте сделаем контуринг. Я возьму опять же Катю, опять же вот этот холодный обручку. На носу, как всегда, буду делать вот такой пушистой плоской кистью. Ресницы я буду сегодня клеить вот такие из Алика. Это, ну, два слоя у меня. Клеить я их буду вот сюда примерно. Вот так. Окей. Все, это за кадром. Давайте нарисуем морщины. Их я делаю по-сухому, потому что мне так нравится. Я возьму вот такую плоскую синтетику. Возьму Shade and Light. И, наверное, буду уже потемнее вот таким. Начну с лба. Морщимся. И закладываем туда наш смысл. О, неплохое пятнышко. Сюда, под глаза. Все в свое натуральное. Опять же, природа нам дает знаки. Носогубки. Можно еще на нос. А, и сюда обязательно. Это моя любимая морщина. Также мы сделаем иллюзию бьющих щек. Очень неплохие качественные морщины. Тушуем.
по направлению морщин, чтобы грязи у нас было поменьше. Грязи у нас прибавится потом в конце. Пройдусь кистью от тона, потому что что-то у меня сильно графично вышло. Театрально. Так, все, довольно с этим. Возьму кисть плоскую, пушистую. Буду брать белый. И придадим немножко объема. Те места, которые рядом со складочками, мы кладем светлый. Также нам нужно состарить шею, поэтому come on. Губки я сделаю красными, сделаю их чуть-чуть поменьше. Графично постараюсь. Беру самый яркий красный цвет из Анастасии Pro Lip. Я вызываю полицию. Самое главное. Новый способ веснушек, который я делал для инстаграмного мейка. Это Fix Plus с тенями. Уже такой молочный коктейль. Он дает довольно-таки крупные брызги, которые мне нужны. Помолимся, чтобы все хорошо легло. И вперед. Ждем, пока высохнет. Я нанесу хайлайтер. Скорее всего, вот этот вот. И тогда вернусь уже преображенная. Сниму клипсы. Вот такой вот у меня получился финальный лук. Очень бодренький. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Понравилось вам или нет? Что было полезным, что нет, и что мне еще поснимать на канал. Спасибо огромное за просмотр, спасибо, что смотрите вообще и первое видео тоже. Всех люблю, до встречи. Hope you're hungry. Я вызываю полицию.